things. Не ожидала я такого. Вот именно. Парень-то вроде неплохой. Бросать его надо прям срочно. Чего ты на него зря время тратишь? Да от тебя я, Любань, такого не ожидала. Что ты своей лучшей подруге завидовать начнешь. А вот сейчас я не поняла. Да все ты прекрасно поняла. Ты видишь, что у нас с Лешкой дело к свадьбе идет. Вон до чего опустилась. Да что ты думаешь, я уже все придумала, что ли? Конечно. В твоем возрасте я люблю посмотреть, как подружка замуж выходит. Тебя теперь мама, наверное, предложение уже не сделает. Смотри, смотри. Прям завидная невеста. А че ты решила, что мне купит вам предложение не сделает, а? Женская интуиция. Вы что видите? Как он твоя дали на письмецовке спасибо? Никак она его не видела. Да и вообще это хреновая идея была. Не сужил вид, что так его по-свински бросали. Благородно, конечно. Но проблемы, я так понимаю, все равно не решились. Слушай, ну я не знаю уже, что делать. Я понимаю, что надо идти и разговаривать, но я не могу просто вот так вот взять и разбить человеку сердце. Ну и денек, конечно, тебе сегодня письма от руки, разбитые сердца. Ты сегодня слушай, не собираешься после работы? Хорош прикалываться, да, и так все плохо. Может, я не знаю, в самом деле депрессия может начнется. Вот знаешь, когда у меня точно депрессия начнется? Когда она поймет, что зря на тебя столько времени угрохала. Женщина в ее возрасте не бойфренд нужен, а муж, отец детей. Понимаешь, и буквально с каждым днем найти такого, у нее шансы тают. Ты вообще, Витя, добрый человек? Ну, конечно. Ты бросай ее, и самое доброе дело на планете сделаешь. Тебе существование облегчишь. Лёшка, Мальцев, привет. Привет. Сначала смотрю, ты не ты. Я, вот, познакомься, моя очередная, не помню уж, какая по счету, давно сбился. Здрасте, Лёшина очередная. Привет, очень приятно. А мы тут с мужем решили Орешки 4 годика отметить. Где-то тут столик заказан, но я побежала, это мне некогда, но приятно было познакомиться. О, ты что завис теперь? Да нормально все. Спасибо за совет. Давай.